Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Сегодня я покажу, как сделать заготовку из щавеля. На зиму такую заготовку, честно скажу, я еще не оставляла, но несколько недель в холодильнике она точно простоит. Нам понадобится свежий щавель, у меня два достаточно больших пучка, кипяченая вода и стеклянная банка. Точное количество воды я здесь не говорю, потому что это зависит от размера вашей банки. Итак, берем свежий щавель, очень хорошо его моем, чтобы избавиться от пыли и всяких жучков-паучков, и нарезаем на кусочки. Толстые стебли нужно отрезать и выкинуть, они нам здесь не пригодятся. Нам нужна только зелень, только листья щавеля. Кстати, по правилам русского языка ударение делается именно на второй слог. Правильно говорить щавель и ни в коем случае не щавель. Если вдруг вы мне не верите, можете проверить в открытых источниках или в учебнике по русскому языку. Теперь берем стеклянную банку. Банка должна быть чистой, можно даже обдать ее кипятком. И очень плотно складываем в нее наш порезанный щавель. Утрамбовывайте руками или ложкой. Щавель должен лежать плотно. И теперь заливаем щавель холодной кипяченой водой. Вода должна полностью покрыть щавель, поэтому точное количество я здесь не говорила. У меня ушло примерно 200 мл воды. И теперь просто закрываем банку крышкой, и наша заготовка готова. Храним такую заготовку в холодильнике или просто в холодном месте. Вот такой простой и быстрый рецепт. И когда необходимо, баночку достаем из холодильника и варим из щавеля суп или добавляем в салат. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.